Ребят, всем привет! Посмотрите, какая красивая локация. И сегодня мы с вами начинаем большую велопрогулку. Начинаем ее с очень красивого места. Это озеро Эльмень. Небольшой Эльмень, а просто Эльмень, который находится за Третьяками. Большое озеро. Самое большое озеро Воронежской области. И самое, наверное, красивое. Что хочется сказать про это озеро? Это озеро является промысловым, и вылов рыбы здесь строго-настрого запрещен. Поэтому сюда можно только приехать, полюбоваться красотой, вот как мы. Послушать шум прибоя, настоящий шум прибоя, как на море. Ну и просто полюбоваться. Такая вот здесь вот красота. Ощущение, ну, немножко море. Воздух, конечно, никак на море не соленый, он такой немножко с примесью болотной тины, потому что озеро довольно-таки неглубокое, всего там метра полтора, вот. И из-за этого такой явно запах тины. Но вот эти волны, вот этот ветер, вот эти вот птицы, которые парят на нисходящих потоках ветра, это, конечно, что-то. Очень красиво. Прощаемся мы на сегодня с озером. Очень здесь хорошо, красиво. Но нам пора ехать дальше. Едем. Вот такая красивая дорожка нас ведет. Сейчас поедем через лес. Вдали виднеются Третьяки. Третьяковский элеватор. Вон, видно, да? Скоро подъедем уже к Третьякам. Переедем через мост. И поедем в направлении села Селома, а дальше Тюковка нас ждет. Ну а там посмотрим. Так, ну вот мы переезжаем уже через мост, под нами река Хопер. Здесь у нас Хоперские дали, а справа у нас село Третьяки. Поднимаемся сейчас в небольшую гору и поворачиваем туда, то бишь направо, вдоль Хопра. Подъехали мы к селу Селома, заехали то бишь за него, и вот такие вот нам виды открываются великолепные. Посмотрите, какая красота, простор. Внизу вот там вот Хопер простирается, а мы тут сверху стоим на холмах. Сейчас поедем вниз, будем спускаться.
Смотрите, какая красота. Класс! У-ху! У-ху! Опа! Класс! Спустились! Понравилось спускаться? Замечательная полянка здесь, на одном из холмов. Решили устроить небольшой привал. Очень красиво. Цветут травы. Белые какие-то цветочки. Не знаю, что это. Но очень красиво. Вот так. Сейчас тут немножко отдохнем и поедем дальше. Точнее, не подъезжаем, проезжаем еще 7 километров. А вот теперь пряменько по этой дорожке. Ребят, ну вот проехали мы уже энное количество километров. Я не знаю, сколько километров. 4-3 от поворота. И вот начинается, видите, забор идет с левой стороны. Загорожен лес. И это как раз таки и есть оленья балка. Там обитают олени. А вон одного маленького олененка я уже вижу. Вон он побежал в лес. Стоял, глазел на нас, дурачок, и убежал. Вон там. Ребят, смотрите, заяц. Вот он, побежал, побежал. Вот он, видите, скачет, сейчас через дорогу побежит. Вот он, видите, зайчик. Красота, природа. Бежал зайчик. Там видно вдалеке, бежит стадо оленей. Довольно-таки далеко. Вон они бегут. Бежали.
Привет. Вон побежали. Один и второй. Блесок. Ага. Скоростные. Ребят. Ребят, рассказываю для вас, как сюда можно попасть. У Оленьей Балки есть официальная группа ВКонтакте. Я ссылочку оставлю в описании. Вот. И, соответственно, свой сайт. Вы можете зайти туда. Там есть номера телефонов. Вот, оставите заявочку. И, соответственно, вам скажут, в какой день вы сюда можете приехать. И организованно группой вам здесь придут экскурсии. Вот там вот красное здание. Там проходная. Вот. Туда подъезжайте, там парковочка. Ну и, соответственно, вам здесь пройдут экскурсию по всем вольерам. Посмотрите на зверей. Если повезет, увидите оленей. Мы вот мимо катались, и нам 3 или 4 раза навстречу выходили олени. Хотя мы, ну, как бы специально их не ждали, просто мимо ехали возле забора. Внутрь мы, естественно, не заходили, потому что мы без разрешения, мы ни с кем не договаривались, просто мимо катаемся, смотрим. А если вы хотите попасть внутрь, ну, соответственно, записывайтесь. Вот, приезжайте сюда, и вам здесь все покажут, расскажут. У меня, кстати, есть ролик на канале. Мы здесь с семьей приезжали сюда почти сразу, как это место стало свободно доступно для посещения. И я здесь снимал небольшой обзор. Можете, в принципе, посмотреть его, если кому-то интересно. Пойдем, пойдем, что покажу, пойдем. Сейчас, если не убежит, смотрите. Вот он, вылез. Дружок, иди сюда. Иди, мой хороший, иди сюда, дай тебе поглажу. Иди сюда. Он, наверное, думал, что ему пожрать дам. Вот так вот. Разочаровался во мне. О, пошел дальше. Хулиган сбежал. Ну куда ты сбежал? Ну-ка иди домой. Иди домой. Давай, давай, давай. Вот так вот. Нечего. Ну вот так вот, кролики, хулиганы. Знаете, что я больше всего люблю в таких поездках? Это вот так вот сесть где-нибудь на лавочке и поесть мороженого. Это отдельный экспириенс. Когда ты проехал уже 30-50 км, вот так вот присесть, насладиться закатом на лавочке с морожакой. Во. Вернули к реке. Сейчас поедем на пляж, посмотрим, как там дела обстоят. Я думаю, что на сегодня это будет наша крайняя точка. Потом мы поедем уже обратно, потому что уже смеркается. И вон я вижу, дождик собирается. Можем попасть под дождь. Сейчас я вам покажу свое любимое место. Это вот эта небольшая сосновая роща. Прямо на обрыве у реки. Очень живописное место. В сезон. Тут настоящий кемпинг.
из машин, из палаток. Сейчас здесь никого нет. И это прекрасно. Смотрите, какие деревья красивые. Смотрите, какая природа. А сейчас мы подойдем к обрыву. Там будет вообще просто сказка. Речь.